Всем привет! Сегодня будут лайфхаки защитных действий в волейболе. Меня зовут Маркин Мария, я тренер Росволи. Итак, начнем. Первый лайфхак. Выход к мячу. Мы выходим лицом к нападающему игроку. Правая нога у нас вперед. Если мы стоим в первой зоне, если мы ставим левую, мы разворачиваемся в аут. И все мячи, которые у нас прилетят, будут лететь за площадку. Поэтому мы разворачиваемся лицом, ставим правую ножку и играем в защите. Если мы стоим в пятой зоне, мы ставим левую ножку вперед. И нужно не забывать, что мы всегда разворачиваемся лицом в площадку, неважно, в какой зоне мы стоим. Лайфхак номер два. Для эффективной защиты мы принимаем среднюю стойку. Вес тела переносим на носочки, корпус наклоняем вперед, руки впереди, чтобы принять и снизу, и сверху. Лайфхак номер три. Если мячик летит в сторону, мы поднимаем плечо. Если мы разворачиваемся корпусом в аут, все мячи улетают за площадку. Любите волейбол и приходите к нам на тренировки в Росволи.